Черепахи живут на Земле более 220 миллионов лет. Сейчас на нашей планете насчитывается около 230 видов черепах. Интересно, что эти пресмыкающиеся встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды. Самой крупной древней черепахой является архелон. Это создание, жившее в меловой период, вырастало до 5 метров и весит... Ну я тогда второй, получается. Тело около 2 тонн. Я второй. Крупнейшая современная черепаха – кожистая. Она обитает во всех морях и океанах, за исключением самых холодных. Самая большая кожистая черепаха, пойманная человеком, весила 916 килограммов и имела размер около 3 метров. Средние особи... Ладно, я третий. ...имеют длину тела от 1,5 до 2 метров, а весят примерно 0,5 тонны. Самая крупная сухопутная черепаха – галапагосская слоновая. Представители этого вида достигают 1,8 метра в длину и весят более 400 килограммов. Ладно, я четвертый. Самая маленькая черепашка на Земле – это крапчатая. Длина ее тела составляет 8-10 сантиметров. У этих пресмыкающихся... Это вот такие, что ли, черепашки? Вот такие маленькие? Их в ручке я могу держать. Есть свой собственный праздник – Всемирный день черепах. Он отмечается 23 мая. А чем меня никто не поздравил? 23 мая был день рождения. Черепах принято считать очень медлительными существами. Однако это верно лишь отчасти. Вот морские кожистые черепахи способны развивать в своей родной стихии скорость до 35 км в час. Факт. Также кожистые черепахи – отличные ныряльщики, способные заплывать на глубину до 1 км 200 метров. Черепахи могут жить более 150 лет. Рекордсменом является черепаха по кличке Джонатан, живущая на острове Святой Елены. Ей сейчас... Блять, а это имбень, то есть я могу долго жить? Так надо погружаться в мир черепах? Вот так намного лучше, кстати. Вот, чувствую себя теперь черепахой. 182 года. Кстати, примерный возраст черепахи можно определить по годовым кольцам на ее панцирных щитках. Считайте. Сколько мне лет? Считайте. Видно все? Считайте. Посчитали? Сколько, чат? Среди черепах встречаются виды, опасные для человека. Самец каймановой черепахи во время брачных игр может утопить неосторожного ныряльщика, приняв его за самку. Жиза. Кроме того, каймановые черепахи способны серьезно покусать человека, напавшего на них. Вообще еще одним легко. Кусачим видом черепах являются грифовые. До смерти человека они, конечно, не загрызут, но вот палец отхватить могут запросто. С грифовой черепахой связан весьма интересный факт. Она почти не прилагает усилий, чтобы добыть себе еду. Такая черепаха зарывается в ил и спокойно лежит на дне водоема, открыв рот и высунув свой длинный язык. Рыбы принимают язык грифовой черепахи за червяка и оказываются прямо в пасти хищницы. Черепахи невероятно живучие. Некоторые представители этого отряда пресмыкающихся могут ничего не есть в течение 5 лет и около 10 часов обходиться без воздуха. Интересно, что они способны жить с очень тяжелыми травмами. К примеру, особенно душевными травмами. Итальянский зоолог. Напоминаю, мой отец крыса. Паоло Креди в 17 веке провел бесчеловечный эксперимент, вырезал у черепахи головной мозг. Несчастное животное прожило еще 6 месяцев после операции. Некоторые виды черепах невероятно сильны. К примеру, зеленая морская черепаха способна увести на себе 5 человек. Возможно, легко. Могла бы и больше, но могу на панцире больше не помещается. Интересный больше, факт. В 19 веке в семьях богатых промышленников наследников обучали верховой езде на черепахах. Таким образом, их учили управлять даже самым нерасторопным и ленивым персоналом, не теряя при этом терпения. Черепахи воспринимают человеческий голос. Когда черепаха долго жила вместе с хозяином, то она понимает, когда ее ругают и прячется в панцирь. То есть они как собаки понимают интонирование, когда ты, допустим, сидишь такой: «Бля, ты плохая! Ты хорошая!» Если же ее хвалят, вытягивают шею и с удовольствием слушают. Кроме того, известны случаи, когда морские черепахи выбирались на берег, чтобы послушать песни. Зеленые морские черепахи Мои песни, между прочим. Способны ориентироваться в пространстве... Куда меня занесло? Welcome, брат! Я черепашка-ниндзя. Улавливая мельчайшие изменения магнитного поля планеты. Можно сказать... Бля, вот вы понимаете, я уже, по сути, уже 1,5 часа так сижу, и вы-то подпривыкли. Но не понимаете, что на самом-то деле большинство людей, которые сейчас просто заходят, сидят в ахуе. Потому что заходят на стрим, и тут чел в костюме черепашки-ниндзя про черепах смотрит.
узнать, что эти черепахи рождаются со встроенным компасом. В 1969 году человек, выпавший за борт, 15 часов удерживался на плаву, схватившись за панцирь морской черепахи. Интересно, что черепаха терпела своего нежданного пассажира и не погружалась в воду, пока его не спасли. Еще один интересный факт. Черепахи участвовали в советской лунной программе. В сентябре 1968 года среднеазиатские черепахи облетели Луну на корабле «Союз-7К-Л-1». Понимаете, сколько мы крутые черепахи? На полета они лишились... Люди, уважайте черепах. 10% массы тела, но остались практически здоровыми. Некоторые черепахи отлично переносят холод. К примеру, черепаха Бландинга продолжает жить и здравствовать, даже когда великие озера, где она обитает, покрываются льдом. Черепахи и дельфины могут общаться между собой. Когда морские черепахи приплывают к Никобарским островам, чтобы отложить яйца, они ждут сигнала от дельфинов. Как только дельфины сообщают им, что условия оптимальны для высадки, черепахи сразу же устремляются к берегу. В эпоху великих географических открытий... У них волосня вот так растет, или что это такое? Черепах брали на корабли в качестве живых консервов. Поскольку черепахи могут месяцами жить без воды и пищи, они становились отличным источником свежего мяса во время долгих плаваний. Эти животные спасли сотни моряков от цинги, пусть и ценой своей жизни. У семейства мягкотелых черепах, как понятно из названия, нет твердого... Это точно черепаха? Это кое-что другое напоминает. Ладно. ...рогового панциря. Поскольку большую часть времени такие черепахи проводят, зарывшись в ил и поджидая добычу, в ходе эволюции их тяжелые доспехи превратились в мягкие кожистые складки. Ядовитых черепах не существует. Однако человек может запросто отравиться, отведав мясо коробчатых и кожистых черепах, а также черепах-бис. Но я кушать не буду. Дело в том, что эти виды питаются ядовитыми грибами и медузами, поэтому их мясо способно накапливать токсины. В Древнем Китае черепаха являлась одним из самых почитаемых животных. Ее считали символом мудрости и божественного покровительства. Считалось, что черепахи приносят своим владельцам удачу, богатство и долголетие. Не знаю, мне так нравятся черепахи, они такие крутые все. Как же прикольно быть идиотом, на чужих ошибках я не учусь. Валяюсь в постели по похмельным субботам, хоть все болит, но не пойду к врачу.